Бурятию включили в Забайкальскую провинцию. Дальневосточный федеральный округ 11 июля поделили на 4 экономические территории. Это Забайкальская, Приграничная, Островная и Северная. Объединяли в зависимости от подходов к экономическому развитию. В компаньоны Бурятии достался Забайкальский край. Как отметили в Министерстве по развитию Дальнего Востока, регионы похожи. Низкая плотность населения, а люди живут в малых селах. Поэтому упор сделают на развитие недр, чему способствует наличие Транссиба и БАМа. На 4 рынка с точки зрения планирования, с точки зрения инвестиционных проектов, стратегии привлечения инвестиций и планирования трудовых ресурсов. К приграничной провинции отнесли Еврейскую автономную область, Амурскую область, Хабаровский край и Приморье. Это регионы, на которые сильно влияют экономики Китая, Японии и Корейского полуострова. Сахалин и Камчатку объединили в островной кластер. К северной провинции отнесли Якутию, Магадан и Чукотку. Что дает Бурятии новый статус и какие изменения ждут республику в составе Забайкальской провинции? Мы спросили у экспертов. Выделяется определенная территория с общими проблемами, с общими какими-то ресурсами, со схожими целями, задачами развития и механизмами. То, что сейчас как бы к этому пришли, в принципе, я считаю это правильно. Почему? Потому что данные способы управления, они позволяют, в общем-то, облегчить выбор принятия тех или иных управленческих решений, поиск инвесторов, значит, решение тех или иных общих для данной территории задач. По-другому, конечно, я бы назвала провинцию. Это территориальный кластер, ну, как бы двух регионов. Это создание совместных производств, предприятий, потому что у нас были в свое время попытки, вот заключали с Забайкальским краем соглашение о сотрудничестве экономическом, о том, что можно будет создавать совместное предприятие. У кого-то есть сырье, у кого-то есть возможность переработки. Как будет происходить, какой механизм, естественно, должны быть определенные законодательства, вот сейчас и быть разработано, тогда может быть толчок. Для Бурятии это будет неплохо, потому что мы войдем в какие-то более конкретные программы, да, нацеленные на нас, потому что теряемся на базе более развитых Приморского края, Хабаровской области и так далее. Да. В этом отношении, ну, для Бурятии еще важно что? Не потерять межрегиональные связи между субфедеральными округами. Вот для нас очень важна связь с Иркутской областью в рамках Байкальского региона. Чем больше будет различных вариантов управления, тем лучше, наверное, будет для республики, для нашей.